Мы сегодня в лесу насобирали землянички. Не совсем много, но как бы все равно полезно и вкусно. И мы сделаем сегодня такое свежее варенье без термообработки. Вот такая красота. В лесу сейчас эта земляника недолго в сезоне, поэтому бегите в лес, собирайте. У меня лучше рецептов нету, я поэтому ее просто без термообработки растираю с сахаром. Первым делом, что я делаю, это перебираю листики, все хвостики отбираю, так чтобы только ягода осталась, и хорошенько промываю. Промытые ягоды высыпаю в мисочку, какая у меня есть, резервирую где-то 1/4, 1/5 ягод. Так, чтобы целиком в конце добавить. Так, я немного оставила. Теперь засыпаю сюда пару столовых ложек сахара. Сахар по вкусу, конечно же. И потом вот так вот ложкой просто муссируем. Ложкой, вилкой или чем. Можно в блендере это все сделать, но как по мне, то слишком жидкое получается. И вот так вот до желаемой консистенции это все муссируется. Такое варенье в холодильнике может 3-4 дня сохраняться, или можно его замораживать. Сейчас я это все закончу. А если у кого-то есть хорошие рецепты и советы, как такое варенье делают, кто из земляники, желательно без термообработки, пишите в комментариях. Вот такое желешко получилось. Вот такое вот. Не желе, а пюре. Сюда вкидываю последнюю жменьку ягод и перемешиваю, уже не муссируя, так чтобы были ягоды целиком. Можно сейчас отрегулировать по сахару, по всему остальному. Как по мне, у меня получилось достаточно сахара. Пересыпаю в баночку по размеру, какую стерилизованную, помытую, но так как варенье не будет долго храниться, то совсем уж кипятить не надо. Пересыпаю в баночку и убираю в холодильник. 3-4 дня можно спокойно наслаждаться таким летним свежим вареньем.